Ну чё, народ, здорово, сегодня мы начинаем новую рубрику «Без Б», где Карим Хан и я, Ардинов, мы начинаем. Приводим себя в порядок к лету и смотрите, что получится. Погнали. Так, ну чё, здорово, ребят, меня зовут Карим Хан, мне 26 годиков. Собственно, у нас задача такая небольшая – похудеть к лету. Ну, либо просто привести себя в порядок, потому что, ну, сами видите, конечно, состояние, конечно, оставляет желать лучшего. Сколько ты килограмм сейчас, Карим? Где-то 170 с чем-то. Точно не измерялся, но 170 килограмм точно есть. Поэтому мы это будем делать в формате челленджа, как соревнования. И кто больше баллов наберет в этом соревновании, тот и получает какой-то некий приз. Ну, как я уже сказал, меня зовут Ардинов. Соответственно, я тоже собираюсь к лету привести себя в порядок. На данный момент я вешу примерно 70 килограмм. Хотелось бы немножко набрать, чтобы рельефность увеличилась. Ну, короче, вы знаете, для девочек на пляже. В общем, будем стараться топить как цари, как Вайтенг завещал. Поэтому смотрите, ребят. Тренировку надо начинать, разминки обязательно. Поэтому мы сейчас свои косточки немножко разогреем и тогда уже начнем. Ученик! Слушай! Алфавит будем учить сейчас. Давай! А мы с тобой все берем сюда. Берем и скажешь запись. A few moments later. Первое упражнение у нас это будет отжимание. Да, и кто больше всех сделал, соответственно, ну, в любом упражнении, тот и выигрывает, получает баллы. Ну что, народ, погнали? На полтосик, надеюсь, отожмусь. A few moments later. Ну что, сколько раз? Вроде 50 раз, конечно, не идеальная техника, но для первого раза за несколько месяцев нормально. Так, ребят, сейчас начинается, короче, номер. Я буду пытаться отжиматься. Потому что форма у меня не кокосовая, я себя поднять давно уже не могу. Потому что жир, пузо, вообще ужас. Я очень надеюсь, что 10 раз получится мне хотя бы отжаться. Артур сейчас отжался 50 раз. Он уже лидирует по всем позициям. Поэтому будем пытаться и надеемся, что эта скамейка подо мной не сломается. Слушайте ее внимательно. Это, собственно, то, о чем я говорил. 10 раз у меня получилось отжаться, и все, пока я больше не могу. Но будем пытаться дальше нарабатывать этот скилл, потому что пора возвращаться в форму. Мы не будем останавливаться на одном упражнении, но потому что смысла нет, точнее, на одном подходе. Поэтому минимум нужно сделать 3. Ну, за 3 подхода, надеюсь, сотку я выбью. Сейчас планирую 30-ку сделать. Посмотрим. A few moments later. Это было непросто, но с чего-то надо начинать. Ну что, Артур уже сделал где-то в районе 80 отжиманий. У меня уже есть 10 за плечами, осталось сделать еще 10 как минимум. Тебе еще надо 71. Вот за этот подход. Ты предлагаешь до 100 дойти, да? Да, сразу. Ну нифига себе, скопом. Ну что, будем пытаться, может быть, руки пошире поставить. Я надеюсь, что не провалится, потому что страшно. Давайте, поехали, попробуем. Ну еще и холодно, конечно. Еще. Сколько на улице? Минус 5 где-то? Мне кажется, больше уже. Ну, эта решетка будет не провалится. Надеюсь. Раз. Больше красава. Не могу. Больше не могу. Но я пытаюсь. Да, очень сложно, реально. Потому что когда у тебя нулевая форма, даже не нулевая, а в минус. Минус 20, наверное, у меня в форме. Это ужасно тяжело и непривычно. Потому что раньше я отжимался там по 40, по 50 раз. Это было для меня вообще не проблема. А сейчас 10 раз это прям целое событие.
Ну, поехали дальше. Ну, за плечами 80 нечистых отжиманий. Сейчас надо сделать 20. Немножко я уже подзабился, конечно, но надо сделать. Холодно, но это наоборот закаливает. Давайте. A few moments later. Ну что? Это было сильно. Сколько раз? 20 раз, как и планировал, но на тоненького. В следующий раз надо больше сделать. Холодно, тяжело, непривычно. Сердце колотится, как просто трактор какой-то. Очень непривычно, но будем пытаться делать дальше. Третий подход, последний. 20 отжиманий я сделал, еле-еле-еле. Это прям позор, но будем пытаться работать дальше. Не, Карим молодец, потому что это реально жим лежа. С таким дополнительным весом, считайте. Так что давай, братан. Раз. Звук как от кровати. Давай-давай, делай. 8. Давай десяточку. Оп! Красава! Это прям вообще жесть какая-то. У нас итог по первому упражнению, это отжимание. Сколько сделал? В районе соточки. У меня 30-ка получилась. Ужасная, халтурная, но для первого раза я считаю нормально, реально. За наше старание, пожалуйста, лайк, комментарий пишите. Предлагайте следующие челленджи. Ждем ваших предложений. И Артур сейчас уже получает у нас 1 балл. У меня пока 0. Поехали дальше. Ребята, у нас сейчас второе задание. Будем выполнять приседы. Но опять-таки условия такие же. Кто больше сделал, тот и выиграл. Первый подход на максимум. 2 забивочные. Штаны спадают. Нормально. Ну, лично у меня я чувствую, как пот на спине замерзает. Он я чувствую это. 50 раз можно было больше. Ну, пока что достаточно. Все, будем смотреть дальше. Моя очередь. Поехали. Колени хрустят, как это. Пока все. Это мой максимум. 20 приседаний. Раз 20. Перед обедом. Позор. Сердце колотится, конечно, вообще. Да ну, в задницу все это. Кому это вообще нужно? Кто это смотреть будет? Через неделю будет то же самое. Я заставлю. Будем заниматься еще. Но будет еще жестче. Ну вот если будут лайки на этом шоу, то да, я буду что-то делать, стараться. А так, ну нафиг мне это нужно. Если вы поможете, поддержите, напишите комментарий. Конечно, я буду продолжать делать с Артурычем это шоу. Будем пытаться развиваться дальше. Новые занятия спортом, новые тренажеры и так далее. Пишите в комменты. Без Б. Поехали.